Итак, всем привет! С вами Зазепа и Капкан. Это Armored Warfare. Создали тут взвод. Сейчас будем катать. Давай там создавай миссию, что-то там хотел. Жми, готов. Так, взвод. Взвод, готов. Что-то такое за шкала. Сплошная линия показывает текущий прогресс, мигающая прогресс с учетом общей репутации. Первый бой, что там 47%. Там, наверное, как-то заполняется эта шкала. Наверное, Да, там. боя 3, наверное, или 2 нужно сыграть. Сейчас второй бой. Может, там заполнится как-то, будет там 80. Не знаю. Не показываю, кстати, сколько игроков всего там на сервере. Игроки 65. Это очередь только показывает. Это я не вижу. О, боец. Во время автоматического прицеливания нельзя вести стрельбу по уязвимым местам противника. А куда, блин, стрелять? Как не по уязвимым местам противника? По сильным местам противника наверняка нужно стрелять, да? Операция «Скоробей». Так. Где-то у нас там. Ну Сзади. что, затащим? Да, естественно, затащим. Куда ж мы денемся? Если какие-то, не знаю. Так, кстати, вот еще один, не знаю. Еще одно отличие от миротанков, то, что во время начала боя нельзя там, вот, допустим, нажать Ctrl, там, помигать на карте, там, или посмотреть вид боеприпасов, там, почитать что-то про них. Если какой-то новый вид боеприпасов купил, типа голды, не знаю. Убиваемость 109, 133, 94, 128. Так, Это теперь это уровень фугас. сложности средний, так что учти. Да? Да я учту. Блин, я пока читал, я в канистру врезался. Боже. Аж залагало. Так, М108, это артиллерия, что ли, какая-то была. Ты, может, так один там не лети особо. Смотрю, у нас там все союзники сзади вообще остались. Только я тут еду тебе помогать. Penetration. Penetration. Готов. Есть попадание. Саня. Саня на Деревья скорпионе там. смешно валятся. Стоял сзади, короче, Саня такой на скорпионе. Настреливался, два фрага сделал, там поехал дальше куда-то. Плохой Да Саня пиши ему, какой-то. Саня, это нехорошо. А Саня у нас второй уровень, кстати говоря. Поздравляю, у тебя уже 1/3 хп нету. Автоприцеливание нет, автоприцеливание есть, кстати. Мотор ему. На! Я попал Падла. под серьезное дерьмо. Так, 200 хп снес. Скорпиону. Падла. Быстрый засранец. Ты зря туда поехал, потому что там опасно. Я оттуда уехал. Я заметил, что ты оттуда уехал. Я тут пытаюсь по переднему катку, короче, настреливать чуваку. Боту, то есть. Критическое повреждение гусеницы. Там к тебе Езда еще... невозможна, да? К тебе еще двое едут. Да, я заметил. Ой-ой-ой, сзади. Слышь, я так походу сколько... А кочурюсь тут! Назад дави. Да, я вот уже подумываю тут. Тут реально начало боя, лучше там стоять там, где этот Саня стоял. Из кустов просто банально валить. Я сейчас тут сам отсюда свалю как-нибудь. Если... Ай, успею. Все, нормально, меня прикрыли. Сваливай ко мне. Да тут за камушком как-нибудь, все равно тут противника нету. У нас уже минус два. Ого. Это этого с... А, не, Джоин Кол... Кольт забрали Джоина. Джонни Кольт. Тут, блин, уже разучился читать. Чё, смог хп, блин, 77. Пускай вон.
Виперзиц танкует на ПТ-76. Пачаны, короче, я за вами. Фига себе, аж исчезла. А, надо мне немножко графику подкрутить, чтобы как-то это более зрелищно смотрелось, я там так выставил. Зрелищно. Я тут это, попал опять. О, ты... Я попал под серьезное дерьмо, да? Вот именно. Как в Battlefield говорят. Блин, у меня 44 хп. Я лучше сейчас от этого серьезного, извини меня, дерьма, лучше отъеду. Лучше за ПТ-76 спрячусь. По нижнему бронелисту буду накидывать. Патану. Так, чувак. Ты, блин, специально, что ли, так делаешь? Паша. Что там? А, ёпта. А! Пробил в щеку. Так, сейчас хп не растрачиваем. Это, блин, это только первая миссия, слышь? Это только рикошет. Первая миссия из трех. Я что-то, походу, даже не пробил. Все, ща будет все. Все, отлично. Забрали Паттона. 40 хп. Это, короче, одна плюха, и нас нету. Надо у тебя базу 73, быстрее захватывать. Ничего там с этой базы не произойдет. Ой, а вот... сколько их? Ясно. Понятно. Так, я пробью так? Я не пробил. Т-62. Блин. Не, ну тут боты, конечно же, не такие. Они чисто, блин, крепкие, большие. Узел уничтожен. Что-то я там уничтожил. Ты, блин, там, я не знаю, ты живи. Я тут стреливаюсь, помогаю как могу. Главное, по снаряду не попадай. О, ну, хоть так. Все, что, сейчас у нас, еду... что у нас делает Скорпион? Он, походу, ботит. Ну, реально, да. Походу, выкачивает в аккаунт там. Я не знаю. Слышь, у нас там слева еще какая-то мелкая цель есть. А, точно, ракеты. А я их вижу. Ну, я съезжу. А, видишь? Надо. Ты лучше захватывай, а то мы не выдержим больше атаку, если они попрутся. Да, Скорпиону эту жалобу можно, интересно, дать? Я не знаю, как тут даже жалобы давать. Не, походу, нельзя. Добавить стань друзья в черный список, сообщить о нарушении. Встань за кусок дома. Кстати, что там за Скорпион, вот понять не могу. У нас тут... Ну ладно, неважно. Затащено, неужто? Неужто затащено? Я еще напоследок успел башенькой повертеть. Так. Нормально, блин, мы тут настреляли. Вот я лично 2906, и ты еще настрелял там. 1308. Нормально, блин, короче. Есть кнопочка сразу вернуться в ангар, можно. Опять Скорпион этот, блин. Операция Кобра. Надо было вернуться, а то мы не затащим так. Так не, это... Мы с одними же и теми, вон же, Випер, Зиц, Саня, Джонни Кольт. Этот Джонни Кольт, который на чем он? Да, на Скорпионе, он не играет. Как тут сообщить о нарушении? Ну там, короче... На своих нажимаешь там правой клавишей там. Но это во время боя надо делать. Не так просто. Сейчас бой начнется и сможешь это сделать. Джонни Кейдж, прям знаешь, этот с Mortal Kombat. Джонни Кольт. Тут оказывается снаряды не автопополняются после задания первого. Кстати, да. Нужно... Может, там галочку как-то надо ставить? У меня вообще танков. Скорпион в воздухе висел. Так, да, у меня сейчас тоже он висел в воздухе, и потом, знаешь, подпрыгнул вот так вот. Упал. На землю приземлился, ну. У меня снарядов... А, все, пополнились.
А, ну да, кстати, да, пополнились. Учебный Т-64, понял? Чувак учится водить. Через забор пробил леопарда первого. А что, тут можно через забор пытаться стрелять? Ну, я через забор этот выстрелил, который получается стальной такой. Сетчатый. Ой, так, осторожно. Так, на меня арта наводится, походу, да. Так, а мне походу башню сломали. Я так и не понял. Она у меня такая, знаешь, типа оранжевым. Сейчас уничтожат чувака. А я в труп выстрелил. Тут, по-моему, арта Лол. есть. Арта, да, есть в этой игре. Нет, потому что у меня было какое-то предупреждение на экране, типа, у меня сейчас прилетит. Да, это артиллерия, там... Ну, я как, я То есть видел она на у них есть Ютюбе. у ботов, сейчас найдем. Лол, вода. Ай. Радикали в воздухе висят. Це больно. Це больно? Ну, как говорится, неможливо, да? Давай налево. Тут, походу, одни проходим, скорпионы сзади стоят. Они вообще дохлые, что ли, я не пойму. Да, они дохлые, слышь. Они вообще не играют, как бы. Блин, да левее дай хоть, дай я проеду. Блин, тут надо как-то... Ясно, блин, сейчас втроем будем проходить, походу, только надо дальше проехать. Нет эффекта. О, еще двое. Ну резкий как понос, Я блин. ему гусеницу сбил. Стоял такой, знаешь, стеночку Я смотрел. башню не могу пробить. А ты ему в лючки стрель, блин, мало снимает, конечно же. Блин, фугасы заряжу. Не лезь. А сейчас тоже фугасик заряжу ему, я не знаю, новый снарядик надо испытать. Ну он так, ты знаешь, 89 снял. А следующий заряжу обычный. Так его долго буду раздамаживать. Вообще попадаю по нему, блин. Он что-нибудь наносит там вообще? На меня перевелся сходу. Да, он, знаешь, он, блин, такой резкий, типа. Не, надо его объехать. Короче, я с одной стороны, ты с другой там. Давай. Оставайся. Только не подставляйся, у тебя 131 хп. Куда ты едешь, а? До меня. А, не, прячется. На тебя едет жопой. И прячется. Хорошо, что он решил выехать. Не снял ничего. На меня смотрит. Сейчас, подожди. Он может резко перевестись, правда. Что Повреждение осторожно. гусеницы, подожди, сейчас перезаряжусь. О. А, грузовики надо уничтожить. Я там один снес уже. Вот еще Т-62 остался. На меня смотрит гадюка. Точно? Тошно, Говори. тошно. Так, сейчас на тебя, бляха-муха. Не, реально, какие-то резкие, вот стоят так вот, бах-бах-бах, вот просто вот. Не знаю, за доли секунды. Так, дайте мне. Сейчас посмотрю, что там наши делают. Да, бота водят, просто стоят. Саня, пожаловаться. Сообщить о нарушении. Блять, а что я не могу сообщить о нарушении? И второй. Сообщить о нарушении. Бля, ну почему так? Вот два бота стоят. Ладно. Блин, на меня переведись и говори, на кого он смотрит.
Пока на меня. Сейчас. Сейчас он не в засвете. Ты можешь попробовать как-нибудь за моим трупом там спрятаться. Блин, ты не успеешь доехать. Не, он же там успеешь, в принципе. Очко жим-жим, да? У нас ПТ-76 вообще тупой. Согласен. Он тут ездит по камушкам, катается. Ты думаешь, это заставит его думать? Тратить снаряды их так мало. Кстати, я смотрю, у тебя пушка, походу, сломана, нет? Нет. Приехал просто, катался. Чувак. У нас еще 9 минут 40 секунд. Так что... И, кстати, да, когда в трупы врезаешься, ХП почему-то не снимает. Вот так легонечко так толкнуть союзника, там снимает уже. Это как бы минус. Кто по нему дамажит? ПТ-76, что ли? Ты, блин, только живи. Рикошет. Вот тут решил загашить, походу. Вот. Это было близко. Он сейчас стоит, а вот все нормально. В одиночку здесь очень сложно затащить. Что, будешь стоять ждать? Не, я за ним поеду. Он короче, ссыкует, он за тобой хочет ехать. Он поездил, покатался. А нам точно наверх? Я не уверен. Ну езжай там, если что, спустишься. Зачем они эти самолеты сделали? Они же ФПС просаживать будут. Ну ты знаешь, что я сейчас записываю, у меня 60 FPS выдает. Я залагал. Залагал? А ты сейчас задницей, короче, чисто едешь вперед. Так вот сейчас ты задницей, блин, поедешь на противника. А чё это я новый лидер команды? Потому что я перезашел. Ты бы это... Ну, ты потом на записи можешь посмотреть. Чё, я упал? На ютюбе. Нет, ты не упал. Ты тут, короче, очень близок к фейлу полному такому, знаешь, чтобы съехать просто на них задницей. Так я чё, стою на месте? Ну да, сейчас тебе повезло, ты стоишь на месте. Я вовремя вышел. Ладно, сейчас посмотрю за выпердисом, короче, я не знаю, как правильно читать его ник. Но он здесь слился уже. Все, ты один остался, если ты зайдешь, то... В кого он слился? О, капкан в сети. Он слился, тут куча танков было. А как в бой войти обратно? Да без понятия. Походу нельзя. Escape. Escape, вернуться в ангар, я не знаю, вот сейчас сижу, думаю, возвращаться, не возвращаться. А, все, бой и так закончился. У нас два бота было второго уровня. Спасибо им большое. Ну ничего, когда-нибудь они получат бан. Так, ну бери. Поехали. Сейчас, подожди, я загружаюсь. Это ты там зашел сразу же.
Сейчас, что там дали? Ну, 6000 серебра дали, опыта дали. Там не хватит на пушку нормальную. Сейчас гляну. Я же должен все обозревать, да? Так, мотор стоит 190 новый. Мне дали, в принципе, 46. Стабилизатор дали. Заря какой-то. Ясно. Короче, сейчас нажму готов. Готов. Может, на 113-м попробовать проехаться, я так думаю сейчас. Не надо. Боец, рекрут, ветеран, есть сложности. Что, в бой не дают выйти? А, ты лидер. Нажимай сражение. Сражение, ПВП или ПВЕ? А, задание. ПВП. Давай на бойце поиграем. Последний. ПВП. Мы на бойце уже играли. А, ПВП. Так это ПВП, это же, по-моему, с людьми, Да. да. О, так это будет интересно сейчас. Продай бы, чтобы нас тут сейчас не забалансило, как-то вот, знаешь, там, тройкам, допустим. Уже 35 секунд прошло. А тут долго. Ну, значит, есть пока еще время подождать, да? Сейчас начнется. Уже загрузка появилась. Нельзя отменить. Ну, 59 секунд, знаешь, так ровно. Там до 60 не добралось. И шла на 59. Так, ну, это, по крайней мере, не третий уровень, но второй. У них, кстати, на один скорпион больше, Ну. чем должно быть. Сейчас приду. Ты там далеко не уходи. Да, это карту не увеличил. Жалко, что вот нельзя, вот как, не знаю, как мили танков, допустим, плюсик и минус. Нельзя в начале боя воспользоваться контролом, чтобы помигать как-то. Тоже плохо. Хорошо, молодец. Бой еще даже не начался. Я думаю, сейчас куда мне поехать? Там слева открытая местность, направо разве что. Я воль. Я вой. Самолетик тесто здесь сбить можно. Наверняка же есть люди, которые пытались. Слышь, попал по самолетику, сбил его. А, прикольно. Он просто взорвался в небе. Так, нет, слушай, давай-ка вместе лучше держаться. Сейчас я к тебе приеду. Это там в центре карты, походу, какой-то аэропорт. Воздушная тревога. Ну да, точно аэропорт. Интересный поворот событий. А я играл на этой карте. Играл? В основном вон там все сражения и на центре. На центр Ну, на центре... лучше не Ну да, на выезжать на центре, я центр. смотрю, там такая низина, открытая местность, там разбирают на Да, раз лучше не два, выезжать на наверное. центр. Блин, прикольно такие, знаешь, эффекты дождя, типа капельки по монитору стекают. А, миру танков еще до этой игры просто вот... Как до Марса, пешком. Хотя на Xbox уже есть там нормальная версия. Есть на новом. Ну, там
А разве только на Xbox One там на 360 На нету, что ли? 360 там тоже Как по-моему. прилично. Так я думал, там одна и та же версия чисто. Нет. Один и тот же клиент и один и тот же Не сервер. знаю. Так. Тут автоприцелом Попал. вообще изи стрелять. Автоприцел, как говорится, для Так гаков, вообще да? изи стрелять. Просто изи. Он хотя бы ведет цель до конца. Лучше бы, знаешь, он еще упреждение брал. Вот прикольно было бы. Это какой-то чей-то прицел. Поехали направо. Я чувствую, что они там все сейчас. Это шаттл раздолбан. А, это не шаттл, или что это? Самолет-истребитель больше, чем танк. Давай за мной, вон тут. Да я пытаюсь, то как могу. Что там, ПТ-76 у тебя, да? Две. Вилик-то, а ее подпалили. Нет, а барабан стреляет. Пулемет. Сейчас мы тут зажмем их. Бедный чувак. Зажали его там со всех сторон. Я уже хотел ему мастера тарана показать, как Счет-то делается. все же скользкий. Счет скользкий. 5-3. 5-3, так, ну, блин. Я тут, кстати, в уголок так въехал, он там прикольно так разрушился. Может, это значит движок HighEngine. Ну, все равно он читерский будет. То За. HighEngine или что? Ну, Как War Thunder. кто знает. Ну ты же не жалуешься, допустим, что там в КС до хрена читаков. Я думаю, Жалуюсь. там будет все палить. Ну ты знаешь, если бы я там вообще это не контролировалось, как, допустим, в танках там запрещенные моды, то там бы их было бы куда больше. Я думаю, с этим делом будут бороться. Чем конкретно? Игруха получилась Ну, хорошей. заборы прикольно Вот мое сносятся, мнение. мне нравится хотя бы. Не сразу разрушается, а постепенно. Не, ну да, физика это безусловно бесспорно плюс, но вот по сравнению там с другими проектами Mail.ru, эта игра, она, по-моему, должна быть в топе просто у них. Потому что Warface этот дурацкий уже всем приелся. Вот что я тебе скажу. Это, короче, Warface на танках теперь. Кстати, да, походу. Надеюсь, там не будет, тут не будет такого жестокого доната, как, допустим, в том же Warface. У нас чувак базу захватывает на ПТ-76. А по нам стреляют, говорят. А, помогайте. Пидмагайка? Я сейчас на другой стороне горы, вообще-то, чтоб ты знал. Так что, я не знаю. А, тебе не повезло. Разъехались как-то мы с тобой. О, дрифтую, короче, по горочке. Бери базу, короче. Я бегу. Я не думаю, что этот скорпион тут нас как-то особо обрадует. Стой, бери базу, куда ты все? Я хочу подрифтовать. Странно. Время вышло, что ли? Нет, мы их всех А, уничтожили точно. вообще-то. Время еще 9 минут оставалось, кстати. Ну, как танки, короче. Ну, тут быстрее бои просто. Но зато прикольно. По крайней мере, есть куда Класс расти. чистишь, да? Нормально. Давай еще. Еще, ну сейчас, подожди, я тут прогружусь немного. Блин, надо мне оперативки все-таки докупить. Надо, надо, надо. Давай завтра. Завтра я уезжаю. Послезавтра. Послезавтра я еще буду в уезде. Я приеду только 21-го. Посмотрим. Ладно, давай еще раз, да? Сражение, а что-то я не могу выбрать.
Все игроки готовы. Что? Ты тоже должен нажать Питер не готов. готов. А, готов. Так, сражение ПВП. Давай еще один боец. 58, я все еще не могу открыть себе Может, топовый какой-нибудь двигатель потом даже. прем-танк дадут за БТС-тестером? Ну, возможно. Интересно, сколько игроков вообще играет сейчас? Вот они даже не могли перевести, вот, допустим, вот тут все написано, вот, капкан сплетен. Взвод капкана. Написать там, Это я сделал капкан название взвода. взвод. Капкан из АЗ. А, ты написал плетен? КНП. Ой, КНЗ, потом сделал капкан НЗЗ по названию взвода. Ясно. Ровный баланс. Ой. Кстати, я смотрю, у них вот, да, вот взводным еще Тихая играет тоже река. пацаны второго Что-то уровня. знакомое, да, скопирую. Да. Где-то это я уже слышал. Хорошо, что хотя бы как-то не копировали. Песчаная река. Тихая река. О, ракета полетела. Ой, самолет сбил. Ой, Тут самолетик уже сам успел сбить. разрывается. Ой, ёп. В город упал. Прикольно. Почему они умеют башни вертеть? Каким образом? Кто башнями Стоящие вертеть? машины на спауне. А А без я не понятия, могу. кстати. Почему? Может, там как-то зажимаешь кнопку, я не знаю, как в арме там головой ворочить. Кто знает. Может, баг какой-то. Да, наверное, баг. Уже видел, там подлетала там техника, еще там что-нибудь. О, грузовичок, грузовики Давай едут направо. по дороге, я смотрю. Направо, давай. Направо. Подожди, самолет хочу сбить. Вертолет может. Ну, вертолет, да, то есть. Блин, а в него попал, он, короче, даже не упал. Он летит дальше Ну. себе. Все стреляют по вертолетам, они не падают. Лол. Это, короче, вертолеты с остальными яйцами. А, прикольно. Здесь еще пару грузовиков ехало, вот их бы подбить интересно было бы, чё. Так, а ты что, на базе, что ли, там сидел? Я сейчас тут под мостом нахожусь. Нет, я по Почти. миду еду. Пацаны, go rush mid. Что немного напоминает этот Battlefield на танчиках. Ну, что-то такое есть Карты даже похожее, немного только там... похожи с выбоинами. Да, прорисовка, конечно же, мне тут просто изи. А какого черта, а? Настройки. Текстура высоко. Детализация объектов высоко. Освещение высоко. Эффекты освещения, эффекты. Высоко, шейдеры высоко. Применить. Все, нормально. О! FPS, правда, до 40. Нет, ты знаешь, нормально FPS. Я просто думал, что на записи из-за бандикама будут лагать. Потому что мне оперативки может не хватать. Ты знаешь, нормально так, без лагов. Я на высоко поставил, прикинь. Там у тебя Не двоечка лагает внизу, даже. давай назад. Так, ПТ-76 Двое вижу. внизу, сзади. Двоечка. Вижу. Я там еще, правда, Так я сзади. сзади Тут говорю, я еду к М113. ним. А! Очень медленный На танк. ходу. С Виктухана попал, меня не пробил, короче, ПТ-76. Сейчас. Все, он свалит, у него ХП мало. Уже нет. Сейчас тут другого еще разберем. Тут они, походу, как в танках тоже, раки такие, знаешь, не смотрят, где кто. Все. Потные раки. Нормально. Потные раки едут в атаке. Я смотрю, у нас там квадрат Е1 там противник весь находится.
Я боюсь, чтобы базу нашу там не захватили как-нибудь. Ну да. Так, здесь подняться не Уже получится. сливаем. Да нормально, пока мы живы, не сольем. Надо этого забрать вдвоем. Сейчас разберемся. Этот лошара, походу, ну, стрелял тут просто в воздух. Бля. Он меня побивает. Это какой-то, не знаю, дебильный класс у него там. Нормально, ты уже троих, кстати, снял. Мне тоже надо еще троих, медальку получим, братья по оружию, да? Сейчас надо осторожненько. Да они все в атаку поехали, они сейчас Они базу нашу будут закрысили где-то. захватывать. Есть. Надо правого как-то добрать. Они там Все, я вижу. шотные. Так, минус один. Вот и все, вот теперь наше преимущество. Пару шотов и нету их, короче. Я на захват Давай стал. на захват. Тут за кустики как-нибудь спрячусь. То куда я в кусты? Ну, я ему тоже добавил. Так что не обольщайся. Че, давай, воина сделай. Четыре фрага уже сделал. Скорпиона добери там. О. Не, ну графика прикольно. Можно еще что-нибудь поставить на высокие. Так, настройки. Графоуни, эффекты освещения. Ну, освещение можно на среднее поставить, я так думаю. Освещение Физика. на минимальное поставь, это не надо. Тени убери на минимум тоже. Ну, На тени, низких, я может, минимум, даже. да. Я на низких играю. Вода, частицы, Вода на частицы, ну низкая хотя тоже, бы. она не нужна. Ну я так, я же для записи. У меня, в принципе, FPS не проседает, Ну, ничего, она смотрю, игре нормально мешает на так. детализации. Да не мешает ничего, прикольно. Ну что, доберете там его? Да? А то я тут захватчика возьму скоро. Кстати, захват в этой игре он длится куда дольше. Наверное, просто потому что карта Да, больше. дольше. Там, не знаю, 2 минуты. Сколько? Что-то внимание даже не обратил так особо. А надо было, ну что, еще боец для закрепления, последний такой, знаешь, такой самый значимый. Ну, давай. Только давай сейчас так вот, воина сделаем Подожди, там давай. какой-нибудь. Хотя, ну давай с игроками. С игроками. Ну просто с ботами, ну блин. Ай. Там, короче, ботов много у нас у самих, которые просто стоят и нихера не делают. Ну вот я этого тоже опасаюсь, чтобы не попасть. А тут знаешь, блин, ну бот там, знаешь. Его проблемы. Взял, уничтожил и все. Преимущество или там. Ну просто когда там два бота, один ездит, катается, и вот чисто так вдвоем играем там. Против всей команды это не прикольно. Что, поехали PvP еще раз. Да. PS 40. 50. АВГ FPS. Что за АВГ FPS, непонятно. Общий, средний. А средний? У меня, кстати, больше. Пинг 0. А у тебя пинг Меня тоже отображается? ноль. Надо в игре глянуть, интересно, там пинг будет отображаться или нет. Сколько у меня? 92. Можно будет уже, наверное, со следующего боя купить себе какой-нибудь топовый двигатель. О, к двоечкам опять. У них опять на одну двоечку больше. Вечная мерзлота.
Неужто что-то оригинальное? Зима. Ну так, а ты И сколько думал? двое? Опять у нас на одну Жесть. меньше. Эффекты. Что-то как-то ярко. Вода, частицы. Высоко. Обработка. Не знаю, принять. Давай направо. Давай. Какие-то файлы тут горят. Тут графических багов еще много. Прорисовка хромает. Нет, ты знаешь, блин, я со своим компом тут поставил графику, тут почти все на максималках, это Я говорю, что отлично графических просто. багов много. Возможно. Знаешь, там типа снег такой, земля такая из-под гусениц. Прикольно. Дрифт. Лучше по асфальту Ладно, едь. все, это PvP, это не с По ботами. Что? асфальту лучше едь, быстрее будет. Ясно, у нас уже один утонул. Чувак, походу, на миникарты не посмотрел, выскочил там в воду. И утонул. Кстати, пинг во время боя пишется. 15 пинга у меня. Спускайся к херам. Бля, Рикошет! бля, 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 бля. Ой! Ой, блин, меня сейчас тут разбегут. Да, поиграл я, короче. Ты тоже, я смотрю, там поиграл. Есть там за мной, есть по асфальту там, блин, да, конечно. Короче, мы с тобой поиграли. Слушай, чувак, подожди, стой, у нас фиолетовый есть. Это что, он типа по своим стрелял, что ли, я не Знаю, пойму. может, статист. Ты думаешь, здесь есть такое? Они, по-моему, все тут в голубом фоне. Голубые вертолетики. Ай, блин, ты еще живой? Нифига себе. Ну-ка, интересно. Давай, Паша. Сделай их там всех. Пушка не опускает. Смотрю, текстурки немного лагают тут. Так а я о чем? Графические баги. Сейчас посмотрим. Так. Детализация объектов. Максимум. Чувак, ты не видел. Короче, вот с этого моста, вот, с которого я еду, он прыгнул прямо вот там, где его труп. Да я видел, Ему я что-то почти рядышком. ничего. Видишь? Чего? Видишь, вот я справа тебе. 50 Бля. хп ему сняло. Ясно. Все, походу и ты поиграл. А у нас тут слив, наши, короче, ого. Вообще Чё полный это? бред. Я тут на баг наткнулся. Лав 150. Нет, короче, он то назад, то вперед ездил. Олег СССР. Ладно, я думаю, на этом можно серию завершить, Да. да? А с вами был Зазепа и Капкан. Обязательно лайк, подписка. Если вам понравилось видео, комментируйте. Будем снимать тогда новые. Всего хорошего. Да, всем пока.